Воины-афганцы и ветераны Чернобыля решили своими силами убрать шлагбаум, наличие которого, по их мнению, нарушает права казахстанцев. Автомашины на парковку Центрального дома армии через пост пропускают люди в американской униформе охранников. При этом консульство США находится в другом районе города. Сотрудники акимата пытались остановить возмущенных людей, но одну стойку шлагбаума им все-таки удалось срезать автогеном. Представители предложили решить все мирным путем. Не нужно сносить. Это может вылиться в большой политический скандал. Дайте 10 дней, дадим ответ. Ветераны словам чиновника не поверили, но призвали друг друга к спокойствию и вскоре завершили акцию протеста, дав властям время на решение вопроса.